не будем, просто будет проводить от страны. Вот водопад местный. Потеряевский водопад Виктория. Виктория — это мафия. Да, слава Христу. Так, мы сейчас находимся на северном Рыжковском пруду от Потеряевки. Потеряевка, значит, туда, на юг. Рыжковский на север. У нас сейчас к западу клонится, а там восток. Ну вот, четыре стороны горизонта. Здесь, значит, сегодня с братом Владимиром он приехал ночью. И пошли мы посмотреть. Он увидел, что там под досками бежит вода, прям под этими досками, под сливом. Вот, то есть она затекает под доски. Там размывает. Размывает площадку, которую он же делал с братьями. Поэтому, ну, нам нужно отремонтировать это дело. Что нам? И я посоветовался с батюшкой. Ну и сам так думаю, что доску надо убирать и слить. За ночь вода сойдет. А завтра, даст Бог, ну, может, не за ночь, ну, посмотрим. Как? Здесь будем мы затыкать. Вот покажи, что мы принесли. Шерсть, два мешка. Это дедовский проверенный способ. 21 век. Это новая технология, забытая старая, короче, давнишняя. Глина, стол, значит, слой шерсти. И туда прям толкушку. Да, толкушку. Вот, и сейчас, я надеюсь, меня не смоет. Будем мы убирать доску. Я так тоже там убирал. Вот видите, какой поток. Поток Божий полон воды. И еще тает. Я все удивляюсь, когда горные реки. Там даже высота потока небольшая, а люди не могут стоять. Потому что такая мощь. Кинетическая энергия называется. Энергия движения. Я здесь стою ощутимо, а всего-то 20 сантиметров. Вот, и сейчас она спускается. И вот тут хорошо, вот можешь показать. Хватает шнура, да? Мы здесь уже с братом были сегодня. Ты же снимал, да? И вот это дерну набросали. Но дерн — это так, только начало. По-настоящему здесь надо, вот уже дерн набросали. Надо шерсть туда, а потом глиной толкать. Да, солому можно, сухую траву набрать. Вот. Но я так вначале предложил, что надо спустить. Иначе все там под низом замывает. Вода же проникает везде. Она такая... Это чудесный минерал, но потихоньку она все размывает. Как там говорится в Слове Божьем, что не давая, говорит, воде прорыва, так и злой жене. Ну, я недословно, власти, да? Вот так вот, такой репортаж. Значит, вот, пускай она спускается ночью. И завтра уже посмотрим, даст Бог. Слава Богу, все, Христос воскрес. Сегодня вторник, 17-е. 16-е было воскресенье. 17-е, 18-е апреля. 2017 год. Слава Богу за все. Вот сейчас буду пробовать мешок опускать с глиной. Там, наверное, подскат идет. Положить,
понимаешь, может, не одна будет. Грязь пошла. Грязь пошла, да? Обычно потеряем. Ну ладно, будем ждать результата дальнейшего. Вот, нашли воду, где проходит нора бобра или чья она там, кто не знает. Что может этот ударить его здорудом? Он там нефть. Нефть. Она пропитана вся там. Не так, как там. Там как труба была. Они тут получается что-то другое. Вот лучше. Это картина такая. Другое совсем. О, Лёшка, сейчас наберется. Сейчас здесь наберем. Надо пропивать сюда ты. Зря она пошла. Вовнутрь надо пить. Так может она вот здесь идет? Это вот пробыв сосной. Сейчас наберется. Так сюда надо и бить надо. Фух. Ну лази. У него норы-то бывает раздваиваются. Бобра-то. Вон, нашли. Вон, вода пошла. Отойди. Спешайся. Не заткнешь. Большой поток. А выше, выше возьми. Во. Потом ты не останавливаешь поток. Слышь. Что тебе это другая? Нави бурлинка. Другая, да. Другая. То есть еще вон там где-то промыв идет снизу. Ха-ха-ха.
Слушай, он так размоет. Мы же по яму выкопали, с первый раз грязь пошла, я вот здесь шум еще мешок. На Рыжковском пруду. Что, дать мешок? Давай. На второй лопатой тщать его. Там лежит как глина, а тут чисто совсем. Откуда глина? Ну вот, если я купал в сурок, то один воды там. Там что? Там глянь. Да ничего. Ты что? Где? Все отпало. Нет, он фонтан пошел. Слишком много, не успел. Видно, вот эта маленькая дырочка там вообще помутнела. Ну я теперь вот она, я на ей этой отбил. Она сейчас не будет, да? Давай попробуем чуть-чуть. Нет, она поступает, наверное, сюда. Она поди оттуда сюда поступает. Нет. Это не та, наверное. Нет, она не успевает. Она просто уровень держит, по-моему. А это посмотри. Это ты нижний гостиница, нижний. Рома. А, Рома. Это посмотри. Она оттуда прибывает. Рома. Что мы смотрели уже? Это посмотри. Откуда бьет? Дырка! Роман, вот туда, под берег, вниз под наклоном. Она? Ну вот она сюда уходит. Она не уходит, а дырка. Чем ушел? Стой. Порвешь сейчас это. Так, я держу. Да вы переживали. Только надолго. Они так одеты. Еще один надо готовить. Андрей, надо еще, наверное, один. Вот так там разрезать глину, растворку там поставь, пускай держит. А что это даст уже? Мешков нету. Ладно, просто меня все будет, меня сейчас попробуем. Она сейчас работает больше, пойдет.
О, вы что, сломали, что ли? О, вот так. Вот так. А на стойке с той стороны пробовать? Да, вот с той стороны давай. Динус забирай. Да. Динус того. Давай. Вот, пока мы здесь едем, на той стороне. Была бы такая фигня, и куда же она? А есть такая. Даже пусть, даже пусть не так, что на пол меньше. Да, смотри, выталки убираете, его выталкиваете. А там не второй бы поставить. Палку поставить? Да. И пусть, раз полку. По-хорошему вот это, не было палку. Не, вон, там есть вода. А, вот, вон, вон. Давай. Давай. Завязки взяли, нет, Серега? Я взял. Так у меня мешки вон там лежали, которые за столом. Убрали их? Нет, не брали. Давай, неси. Вот он мой. Батюшка подготовился. Смотрите, ухо Жени не обрезает. Это мы закроем эту маленькую, может, дырку, а большая отсюда найдется. Большая, глубже еще, она, да? Может, на всей дырке. Можно вон там с середины прет. Не с середины, но... Дальше, да? Да, давайте.